Партнер программы – торгово-развлекательный центр «Форум», магазин стильной мужской одежды «Белфорд». Магазин мужской одежды «Белфорд» – это сочетание стиля, качества и трендов. Классика, кэжуал, верхняя одежда и аксессуары для тех, кто заботится о своем внешнем виде. ТЦ «Форум», второй этаж. Море костюмов, платьев и кофточек, аксессуары, каблуки и, конечно же, мода. Что же ей подобрать? Вот такой глубокий фиолетовый цвет, я думаю, будет ей очень хорошо. А, потому что у нее голова-то светлая, юбка светлая, и у нас уже две линии. Ты что, мне взяла пайеточную юбку? Две участницы, одно задание и 60 минут, чтобы собрать образ и покорить самое строгое жюри. Надя Семенова, а вас какой размер обычно берет? Хотелось схитрить, узнать секретную информацию, не выдают. Она очень женственная, у нее очень красивая фигура. Мои идеи иссякли. Так, ну что ж, мерим. Сегодня состоится одна из самых стильных битв сезона. Не будем терять время. Приглашаем на ковер наших новых участниц. Меня зовут Надежда Семенова, блогер «Просто Семенова». Я архетиполог, маркетолог личности и стилист-психолог. Я Катя Ходачинская, я стилист, работаю с клиентами по России. Также есть у меня клиенты из разных стран. Практикую с женщинами разборы гардероба, собираю шопинг, собираю гардероб уже около 3 лет. Эта битва уже обречена на высокие охваты, комментарии. Мы прям ждем, когда же вы столкнетесь. Добрый день, наши дорогие участницы. Я думаю, что организаторы постарались найти мне соперницу, подстать примерно такую же яркую, такую же красивую, такую же талантливую, чтобы нам с другом было интересно. Поэтому это супер. Смотреть на вас очень приятно, я испытываю эстетическое удовольствие, как и наши зрители, потому что сегодня не просто красавицы, но и стилистки. Да, да. Это мы. Ну, вы ожидали, что вы столкнетесь, да, сегодня? Да, я уже в блоге сказала, что я 3 выделила, и первую я выделила Катю. Екатерина, вы? Я вообще о тебе не думала. Когда меня вот спросили, да, кто у тебя будет соперницей, я вообще сильно не задумывалась, да, кто у меня там будет. И если так логически подумать, да, у меня всего лишь 3 было претендентки, и одна из них Катя, да, ну вот я ее увидела своих как оппонентом, да, и мы знакомы, но не так, что мы прямо общаемся, я ее знаю. И поэтому видела ее именно своим оппонентом. Отличное начало разговора. Поэтому, девчонки, вы же знаете правила, да? Но именно для вас мы решили их немного изменить. У нас есть 2 суммы – 50 и 15. С какой из них, как вы думаете, я попрощаюсь сейчас? Ладно, не думайте. Думать сегодня вам будет, я надо думаю, будет попозже. Ты оставишь нам обеим по 50. Да, возможно так. Прощаемся с этой суммой. Прощаемся с этой суммой. До свидания. Остается 50 тысяч. Вам, Екатерина, и вам, Надежда. Было, конечно, просто фантастика узнать, что бюджет 50 тысяч. В прошлые выпуски я смотрела и не понимала, как можно потратить 21, когда у тебя есть 50. 50 тысяч я могу потратить с закрытыми глазами в одном магазине, и еще мне не хватит. Поэтому я очень рада, что сумма именно такая. Видите, как мы любим наших участниц, но с вас будет спрос очень высокий от нашего эксперта. Встречаем.
Здравствуйте, девушки. Очень приятно вас сегодня видеть. В первую очередь, Надежда, мне приятно с вами познакомиться. Кать, на самом деле, меня вчера ваша сторис, видеосообщение заставило улыбнуться. Вставочка, да, можно, да, вставочку сделать? Меня скопировали. Загадывала желание к Рогову поехать, с ним соревноваться. Что-то как-то не так сбылось. На самом деле, Катя вчера сказала о том, что для себя достойным соперником видит только Рогова. Ну, я, конечно же, как человек, который когда-то познакомил вас с профессией, ну, первое свое обучение, да, вы проходили у меня, буду желать вам сегодня удачи. И, конечно же, мне самой очень любопытно посмотреть, насколько сильны вы стали в профессии, сильны. А силы и знания, я думаю, вам сегодня пригодятся, потому что, ну, как минимум, я сейчас вижу перед собой очень красивую, яркую девушку. Я думаю, что Надежда более чем достойный соперник для вас сегодня. Ну и, конечно же, насколько я знаю, Надежда очень активно сейчас развивается в профессии стилиста в нашем городе. Я очень уважаю Олю Трубачеву, потому что именно Оля Трубачева стала для меня проводником в мир стиля, в мир профессии стилист, потому что 3 года назад я обратилась к ней как к наставнику. Тогда у нее была школа стиля, я приходила на занятия вместе с другими пятерьмя девчонками. Мы в течение 2 месяца проходили полностью обучение, поэтому Коле у меня огромное уважение. Я не знала, как что-то стилист по волосам, да, и сегодня познакомилась, увидела, какая она внутри, да, немного как будто бы холодная, да, кажется в блоге, а на самом деле очень добрый и располагающий человек. Вот. У меня осталось только хорошее впечатление. На самом деле, задание я действительно для вас подобрала сегодня непростое, оно сложное. Ну, оно сложное, если честно, для, ну, можно так если сказать, для простых людей, но не для стилистов. Потому что вы это делаете, ну, если не каждый день, то очень и очень часто. Что вы делаете? Вы работаете с клиентами. Вы оказываете такую услугу, как шопинг. Сопровождение. Ну, смотри, у них глаза прям наконец-то они занервничали. Ура! Объясняю задание. Мы друг друга одеваем. Альтернативный шопинг сопровождению, правильно, Надежда. Вам нужно сегодня подобрать образы друг для друга. Сейчас вы можете узнать друг у друга размеры, оценить друг друга. Ну, кстати, вам должно быть достаточно легко, потому что я вижу, что вы приблизительно плюс-минус похожи. Я обрадовалась, что задание именно такое. То есть оно было неожиданным. Но мне было радостно, что оно усложнено. Люди увидят, что стилист – это не только про красоту, что он ходит по магазинам, что достаточно объемная работа, он должен оценить фигуру, оценить рост и оценить запрос. Каждый стилист работает именно по запросу. Ну что ж, начнем. У вас, девчонки, ровно 60 минут, и время пошло. В смысле? 60 плюс 60? Что же ей подобрать? Я приглядываюсь к этому пиджаку. Смотрите, у него идет линия, да? Она у нас еще будет удлинять. Вот такой глубокий фиолетовый цвет, я думаю, будет ей очень хорошо. С такой фигурой гораздо сложнее собрать, нежели когда вот все так плоско. У Надежды небольшая грудь. Поэтому треугольные такие небольшие чашечки будут для нее очень хороши. Вообще, построение любого образа мы начинаем с идеи. Но времени для того, чтобы придумать идею, у меня еще не было. Так, что-то интересное, смотри. Когда мимо проходила, когда мы снимали, я боковым зрением увидела блестящую юбку. Я очень люблю быть заметной, быть яркой, но в то же время сохранять женственность. Мне характерна любовь к юбкам, характерна любовь к платьям. Все это я добавляю, все это я миксую с эстетикой гранжа, для того, чтобы это не было слишком too much романтично. У меня стиль, он больше такой дерзкий, да, и немного такой, я ломаю ваши правила. То есть, да, у меня сейчас есть цветочки, но посмотрите, какие они совершенно другие, да, это ручная работа. Они в сочетании вот с таким жакетом, что как будто бы не сочетается, да? И сегодня я оделась даже более чем женственно.
у нас 50 тысяч рублей. Мне кажется, это достаточно, не такая большая прям сумма. Хотя 50 тысяч довольно-таки неплохая сумма для одного образа. Размеры. Вот эта идеальная юбка подойдет. Так, ну что ж, мерим. У Надежды достаточно запоминающийся стиль. И сегодня я думала, что она придет в ботфортах и корсетах, потому что это ДНК ее стиля, она любит эту одежду. Она очень любит выделяться, эпатировать. Катя Ходачинская одевается в соответствии со своим портретом. Она очень хорошо его чувствует. Она всегда должна показывать свой статус, что она и делает. Да? Очень любит показывать некую власть, скрытый люкс. И поэтому она хорошо справляется. Белфорд – бутик эксклюзивной мужской одежды премиум-класса от европейских производителей. Он позволяет успешным мужчинам с помощью моды подчеркнуть высокий статус. Все, что нужно современному мужчине – время, внимание, возможность выбора и безупречное качество. Это вы найдете в магазине «Белфорд». Надя Семенова у вас какой размер обычно берет? Эску. Знаешь, не помнишь? Хотелось схитрить, узнать секретную информацию. Не выдают? Ну, это размер S. На мне хорошо сидит. Мы помним, да, что у Кати, у нашей, потрясающие объемы. Она очень женственная, у нее очень красивая фигура. Я примерю на себе. Если на мне не сойдется, значит, на ней будет нормально. Все-таки мы в разных весовых категориях. О, смотрите, где она мне? Смотрите, молодец, кто пришел. Манго мне подбирает. Молодец, моя душечка, моя хорошенькая. Я тебе юбочку посмотрела. Я уже тебе все собрала. Все собрала? А где одежда? Что там у нее, лохмотья? Я подошла, спросила Катю ее дату рождения, потому что я в первую очередь архетиполог, да, и мы не можем выходить за рамки портрета, да, я не могу сделать то, что ей не присуще, тем более у нее есть архетип правителя, да, они терпеть не могут, когда делают что-то перед, да. Я всегда говорю, что стилисты друг другу не конкуренты, потому что стилисты – это творческие люди, и они так же, как художники, работают каждый в своем стиле, и у каждого стилиста свой клиент, который любит именно своего стилиста, и его почерк работы ему очень близок. Пришло время узнать имя победительницы прошлого выпуска. Ей становится Мила Жирбанова. Сертификат от торгового центра «Форум» ваш. Мы вас поздравляем! Ты что, мне взяла пайеточную юбку? Сама сказала, купи мне пайетки, пожалуйста. Вот эту шубку. А, так, вот эти розовые туфли. А, я их не сфотографировала. Ты мне там розовые вообще-то смотришь. Я розовый не люблю. Примерно вырисовывается картина, останется аксессуары подобрать. Вы говорите, 50 тысяч невозможно потратить, а мы не можем уложиться в 50. Можно сделать сочетание красного с розовым, но здесь тогда туфли не очень хорошо будут. А, потому что у нее голова-то светлая, юбка светлая, и у нас уже... Я, как и любой стилист, имею свой почерк, и, конечно же, то, что я использую на себе, я применяю на всех своих клиентов, потому что это рабочие инструменты, и... Людям это нравится? Да, мне, в принципе, подходит все и яркое, и что-то однотонное, да, монохром мне подходит. В общем, со мной работать очень легко. У меня есть опасения, потому что Надежда же не знакома с моей фигурой детально, она не знает, как я работаю со своей фигурой, как... Какие зоны я акцентирую, какие зоны я корректирую. Поэтому есть, конечно, некоторые опасения. Но думаю, что Надежда достаточно опытна, и ей удастся сделать меня, я не скажу, что красивее и лучше, но я буду достойно выглядеть.
все стилисты должны работать по запросу своего клиента. Есть ли какие-нибудь нюансы, да, у Кати? Да, она мне рассказала про свои нюансы, попросила не одевать мини, скрыть ноги и сказала увести все внимание снизу наверх, да. Это очень сложно. Действительно, организаторы прям постарались, чтобы задание было максимально сложным. Спасибо. Каждый человек я устала. Учиться отличать черное и белое. Еще таскаю эти вещи тяжелые. Считаю, что вот это шоу, оно очень... Ну, Надежда вообще никуда не торопится. Интересное в плане того, что делает нашу жизнь ярче, интереснее. С Надеждой я решила поработать с помощью изменения цвета. Я увидела прекрасную юбку из твида, сочетание розового с белым. Очень такое нежное, воздушное. И мне пришла идея сделать ее такой романтичной. Я спросила, почему. Она говорит, я всегда акцентирую внимание на портретную зону. Мне сразу это зацепило. Я такая, так, нужно наоборот показать все-таки, что у нее достаточно хорошие, красивые ноги, да. И она сказала, что нужно скорректировать фигуру. И в первую очередь я работала над коррекцией фигуры. Воу, дамы, дамы! Вау! Здравствуйте! Да, вау. Да, у меня снова эмоции. Да. Вау, вау, вау. Хорошо, что ты их не сдерживаешь, потому что эмоции действительно образы вызывают. И это здорово на самом деле. Я, как коллега девушек, очень-очень рада этому. Я сегодня очень рада, что участие приняли два стилиста. В первую очередь, наверное, я рада, как человек, который 10 лет назад вообще заявил в нашем городе о том, что профессия стилист существует, что людям нужны стилисты, это важная, полезная и нужная профессия. И более того, на этой профессии можно зарабатывать. Мы, наверное, сразу будем приглашать девушку-модель и, собственно, ее стилиста, чтобы она рассказала нам, почему же она такой собрала образ, чем она вдохновлялась, какими, возможно, правилами визуальной гармонии она пользовалась. В общем, раскройте сегодня, девчонки, правда, если есть такая возможность, все свои секреты, и, возможно, это будет какой-то такой подарок новогодний для наших девушек шпаргалка, и женщин. Да? Ну, всех да, секретов не расскажем, шпаргалка. Да, но немного расскажем. Давайте немного начнем. Приоткройте. Да, давайте приглашаю начнем вас на нашу чуть-чуть моей модели сегодняшней. Надежда, с Надеждой было, на самом деле, приятно работать. Она, конечно, сначала сказала, что это все не ее, но моей задачей сегодня было показать Надежде другую сторону ее, как можно выглядеть так же ярко, так же привлекательно и дерзко, но с помощью других элементов одежды, не используя ботфорты, не используя корсеты, не используя шнуровку, не используя пайетки, не используя стразы, бархат и люрекс. Все в блоге меня видят такой яркой, дерзкой, да. Розовый цвет я носила и весной, да, поэтому сейчас я сказала, что только не розовый, потому что он просто мне надоел, да. А в плане того, что он такой достаточно нежный, да, в стиле такой, как учительницы, да, я так одевалась, я так очень долго одевалась, когда работала в офисе. И мне кажется, что Катя рискнула, то есть она считала основной стилистический портрет, наверное, Нади, но в то же время она показала Надю непривычную нам и непривычную, ну, Надиным подписчикам, да, и людям, которые знают. Мы работаем с помощью сочетания цветов. Здесь у нас есть три цвета, я всегда в комплектах использую три цвета. Один принт плюс сложный элемент и сумку, которая вытягивается из цвета юбки. Из цвета юбки. Плюс у нас колготки здесь манить. Поддержку яркой достаточно рубашки, идут туфли. И все в целом получилось вот так гармонично. Я завершила образ
немного успокаивающим изумрудным цветом глубоким. Катя сохранила эпатаж Нади, но в то же время сделала ее женственной. И мне кажется, у нее здорово получилось, тем более она очень хорошо поработала на фактурах, если уже говорить как стилист. Была хорошая работа с фактурами, была очень хорошая работа с линиями. И была очень хорошая работа с цветом, несмотря на то, что это был монохром. Я считаю, что с заданием справилась лучше я, потому что именно в моем образе Надежда выглядела по-другому, не так, как обычно, непривычно. Задача, которую поставила Ольга Трубачева, мной была выполнена. Здесь можно было бы, конечно, добавить еще и фуксийную шубу, но мне захотелось яркую Надежды внешность немного приглушить, потому что ее внешность уже говорит о том, что она красивая. Я всегда так одевалась очень женственно. Очень много было у меня цветов и воланов. По портрету у меня как раз-таки они не подходят. Если я хочу зарабатывать много денег, что я и делаю, я не должна носить валаны и цветочки. Катя, конечно, сразу видно, что это рука стилиста, потому что я когда вышла, и было понятно, как подобрана, какая формула, да, гардероба использована, я себя чувствую мамой какой-то корейской дораме. Шуба, конечно, она прямо очень хорошо отыграла, да, в плане того, что мне в ней было комфортно, потому что она прикрыла вот эту блузку, которая про заботу какую-то, да, что-то такое, даже строгость с женственностью, да, и она достаточно сдержанная. Мне нравится, что сегодня, мне кажется, Катя как профессионал, как стилист, вам еще и потому что удивить стилиста, тем более, который проводит очень много фотосессий, съемок и так далее, достаточно сложно. Поэтому у меня здесь комментарии. Спасибо большое. Следующий образ Екатерины. Надежда, просим вас. Я, конечно же, без архетипов не обхожусь, потому что я в первую очередь архетиполог. И я спросила дату рождения нашей Кати, и у нас она эстет, да, это про женственность. Мы должны видеть в ней девушку роскошную, очень красивую, да. Ну, это прям я на корпоративе в прошлом году. Примерно то же самое было. У меня есть пайеточная юбка, у меня есть оверсайз-жакет. Это для меня не ново, это то, что я и так ношу. Все. Смотрите, здесь у нас светлая голова и линия, да, юбка. И вот за счет того, что это две такие точки, и я сюда добавила в ремень. На самом деле это браслет, это дополнительная точка. Она считывается человеческим глазом как линия. И у нас образовалась вертикальная линия. За счет этого мы становимся стройнее и выше. Если говорить о работе Нади, то, конечно, чисто визуально к ней придраться невозможно. Если, ну, опять-таки, давайте вспомним изначально, в чем пришла Катя. Катя пришла в золотом верхе, и у нее была черная юбка. Финальная работа, работа Нади, у нас два этих цвета поменялись местами. Мы увидели черный верх и золотой низ. И когда мы смотрим основной портрет, там очень жесткий и яркий, да. Это про роскошь и про статус, да. И мы акцентировали через аксессуары, что они у нас брендовые, да. И смотрите, какой принт звериный, да, который говорит о том, что она лидер. А Катя не удивилась сегодня. Ну, то есть, собственно, Катя и сказала, она так ходит всегда. И я думаю, даже для зрителей тоже, зрители, я бы даже сказала так, Надя справилась с заданием, если подходить с коррекцией. Если Катя поставила перед ней задачу скорректируемую фигуру, то окей. А если такой задачи не было скорректировать фигуру, то мне кажется, что образ повторился. Сделали акцент на талию, что и подчеркнули роскошную фигуру нашей Кати. И вообще Катю было собирать, в принципе, не так легко, да, потому что именно вот хорошая грудь, хорошая талия, хорошие бедра, да, для формы, да, прям такие красивые, женственные. И хочется, когда мы собираем, сохранить, чтобы все увидели, какая она у нас красавица. Спасибо.
X и вот еще акцент. Ей нужно выпендриваться. Спасибо большое. Ну что ж, Катерина, ваши комментарии, насколько Надежда угадала, удивила ли вас она или не удивила? Слушай. Я хочу сказать, что я чувствую себя комфортно в этом образе, потому что действительно я чувствую себя стройной. Все Надежды, приемы, о которых говорит Надежда, они работают. Но в плане того, что удивила ли она меня не удивила, потому что это мой... Да, привычный. Это мой привычный комплект. Жакет, юбка, миди. Я все-таки работала с коррекцией фигуры, да, и с портретом. Поэтому, мне кажется, мои архетипологи, они увидят, что же я делала. Я хотела показать и статус, и роскошь, и не уходить от лидерских качеств за счет жакета. Поставьте оценки друг другу. Мне прям любопытно, что вы из пяти, на что ваш стилист сегодня поработал, на какую? Конечно. Конечно, пять. Вообще, в целом, я хотела бы сказать сегодня и про наших участниц, и про всех участниц в целом, что они, конечно, все большие молодцы, потому что это просто колоссальная смелость выставить свои работы, показать себя в новых образах на суд зрителей. Как показала сейчас практика, у нас зрители бывают достаточно строги, иногда даже чрезмерно, на мой взгляд. Поэтому все равно в достаточно экстремальных условиях девочки справляются великолепно. Победила дружба, но это обоснованно. Посмотри, как девчонки все-таки действительно подчеркнули самые красивые стороны. И мы объявляем голосование на нашем телеграм-канале. Голосуйте за участницу под номером 1 или за участницу под номером 2. Не хочется с вами прощаться просто так, потому что вы достойны всех цветов в этом мире, в этой жизни. Хотим подарить вам такие милые букетики. Ой, смотри, как он тебе подойдет, Надь. Спасибо большое, что приняли участие. Спасибо, что пригласили. Ну и хочется добавить, что, Оля, это был наш финальный, заключительный выпуск и один из самых красивых и стильных. Согласна? Ну, другого мы и не ожидали, именно поэтому мы пригласили, конечно же, на финальную битву двух стилистов. Спасибо большое, девочки, что вы согласились. Спасибо за вашу смелость. Ну и, естественно, за ваш профессионализм. Спасибо вам, что позвали. От себя добавить спасибо, что были с нами, спасибо, что голосовали. И самое главное, что мы поняли от наших участниц, просто любите себя, это самая лучшая одежда. Любовь к себе. Всем пока-пока. Давайте в первую очередь будем добрее, будем позитивнее, чаще улыбаться. И я думаю, что следующий год, да и вообще в принципе мир в целом и наше окружение будет улыбаться нам в ответ. И мы будем только от этого более счастливыми. Не бойтесь экспериментировать, не бойтесь быть собой, быть модной, выделяться, быть яркой. Любить себя, ценить, быть роскошными. Роскошными каждый день. И позволять себе чуточку больше. Магазин мужской одежды «Белфорд» – это сочетание стиля, качества и трендов. Классика, кэжуал, верхняя одежда и аксессуары для тех, кто заботится о своем внешнем виде. ТЦ «Форум», второй этаж.